Житель Пермского края в маске ограбил микрофинансовую организацию в Ульяновске. Перед закрытием он зашел в помещение в медицинской маске и, угрожая ножом, стал требовать деньги. Испугавшись, сотрудница отдала ему оставшиеся в кассе 5900 рублей. Правда, допустил злоумышленник ошибку, обронил маску. Благодаря проведенной экспертизе ДНК мужчину быстро нашли. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который пытался покинуть Ульяновскую область. Им оказался ранее судимый 44-летний неработающий житель Пермского края. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что задержанный мужчина совершил ранее аналогичное преступление в городе Пермь. В настоящее время по данному факту следственным отделом МВД России по Ленинскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело.